Здравствуйте, меня зовут Хвичани Лина. Я студентка факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций. Если бы я могла дать совет себе маленькой, то я бы обязательно сказала: Лина, оставайся верной самой себе. Кто-то всегда будет позади тебя, кто-то впереди. Но в конце концов, это гонка с самим собой, в которой ты должна оставаться той, кем ты являешься. Если тебя кто-то не принимает, просто молча разворачивайся и уходи. Пойми, что нравится всем просто невозможно. Не трать времени на тех людей. Лучше быть одной, чем в окружении, в котором ты не можешь расслабиться и просто быть счастливой. Запомни, ты очень-очень нужна кому-то такой, какая есть. Но если сейчас рядом с тобой нет тех самых людей, то они обязательно появятся. А даже если нет, то у тебя всегда есть я.